самого разного рода. Причем я удивлялся в первое время тому, что на самом деле эта проблематика исследовалась специалистами самых разных направлений. Это и филологи, это и литературоведы, это философы, естественно. Ну, в богословии сегодня появилась эта тенденция серьезного анализа фундаментального в нашем отечественном богословии этой темы. Я хочу начать вот с чего. В свое время я задумался о том, что же такое петербургская философия вообще. Ну, понятно, что есть текст Петербурга как некого особого пространства культурного, семиотический текст Петербурга. Есть некая особая история и трагическая, и величественная нашего города. А что такое петербургская философия, петербургская культурология? То, что я называю петербургским стилем и текстом с точки зрения вот этого теоретического гуманитарного мышления. Дело в том, что есть такая тенденция в нашей российской философии, которую можно назвать москвоцентричностью. Действительно, очень серьезные, мощные кадры и культурологического, и философского плана сосредоточены в Москве. И нужно отдать должное москвичам, там, конечно, очень интересно все проходит, гораздо более насыщенно, чем у нас. Но, тем не менее, есть огромное количество направлений и школ философских, культурологических и других гуманитарных в разных регионах страны. Они действуют, они существуют, они интересно работают. В этом смысле вот сама проблема не московской философии, она чрезвычайно важна. Вот, скажем, Дни петербургской философии, как они организованы последние 10 лет, это мероприятие, на мой взгляд, гораздо более интересное, чем философские конгрессы даже, которые очень сумбурно проходят иногда. Общаться совершенно невозможно, огромное количество людей приезжает. Вот текст Петербурга, знаменитая метафора Топорова, он используется как некая фундаментальная методологическая предпосылка для анализа текста любого крупного города сегодня. Я могу десятки городов перечислить, где, о которых вышли книги специальные, в которых исследуется именно проблематика текста конкретного города с точки зрения того текста семиотического, который был рожден усилиями наших великих гуманитариев. Ну или такой пример, скажем, вот, собственно, рождение нашей отечественной культурологии. Василий Соломович Каган, Светлана Николаевна Иконникова, Любовь Михайловна Масалова, еще я могу перечислить очень многих петербуржан, наших коллег, которые, собственно, ну, скажем так, пробивали это все в Москве, не так все это было просто многие годы назад, но сегодня мы действительно имеем очень серьезные направления культурологические, мы спорим, мы не совсем, не всегда друг с другом согласны, что культурология сегодня родилась как особая гуманитарная область знаний, которая привлекает большое количество специалистов из других областей. Любое публичное обсуждение на уровне обыденного сознания, это, конечно же, полная профанация, потому что о смерти представления такие всегда очень-очень обыденные и несерьезные. Естественно, реакция, что это личный невроз, личная патология, вот такая фрейдистская трактовка зацикленности как бы, на смерти, существует. Ну и нет никакого совершенно прорыва между прорыва в той области, где смерть маркирует какие-то фундаментальные смысложизненные вещи. То есть эти вещи совершенно как бы не сведены, разведены. А что касается современного, ну скажем так, медийного контекста, вот что бросилось в глаза. Наверное, сейчас вот у нас в культуре такая ситуация, ну там, о которой говорил Бодриар, он в 70-е годы написал «Символический обмен и смерть», где очень наглядно показал, что капитализированное сознание, капитализированное общество, рыночная ментальность капиталистическая вычеркивает смерть за пределы города, за пределы социума, за пределы своего восприятия. Смерть явление антиобщественное, смерть явление неприличное, непристойное. Ну вот все то, о чем, в общем-то, коллеги-фанатологи писали также в своих текстах все эти годы. И мы видим это воочию. То есть основной пафос передачи был такой, вот он был поддержан Гордоном, что тема смерти, в общем-то, тема смерти – это то, что является частным, личным делом человека. Она не может иметь никакого более-менее такого общественно значимого звучания, и нечего ей заниматься. И у Рената Литвина спрашивали, а когда вы ей прекратите этой темой заниматься? Ну, собственно говоря, как и вот коллег-антологов тоже спрашивают, а, ну, темы там написал, диссертацию, там, монографию издал, ну, пора прекращать, вот, надо чем-то еще заниматься. Ну, вот, примерно такая ситуация. Это вот личное частное дело, причем обязательно патологического свойства, которое должно быть обязательно вытеснено
за пределы. То есть смерть – явление неприличное. Разговор о смерти является явлением неприличным. И вот это как раз вот вошло в тему моих рассуждений. С ними оно коррелирует достаточно серьезно. Вот в каком смысле. Еще до этого я на передаче убедился в том, что действительно сейчас вот медийное сознание, массовое сознание работает в таком режиме. В режиме вытеснения смерти. В режиме даже вот отсутствия какого-то ни было инструментария, адекватного инструментария для того, чтобы широкой публике показать какие-то коды, какие-то ключи, как вот возможно интерпретировать и понимать смерть. Я что тут понял? Что, может быть, вот профессиональные философы, которые давно плодотворно размышляют над этой проблемой, у которых есть своя символика, есть свой язык, есть свои коды, вот каким-то образом попытаться теперь выработать уже какой-то другой вторичный язык, мета-язык передачи этой темы в культуру. То есть вот такого языка не существует. То есть существует вот язык для профессиональных тонатологов, для внутреннего, так сказать, сообщества, а связи с внешним миром не существует. Поэтому, конечно же, философские студии, мне кажется, вот чудачеством просто-напросто. Маргинал – это вот слово, маргинализация философского дискурса, особенно тонатологического дискурса, это медийная оценка философии. Ну, такова оценка философии не только медийная, такова оценка философии там политиками, государственными структурами. Это вообще вот, ну что такое философия? Это вещь непонятная. Просто, ну, во многом, может быть, само философское сообщество тоже должно вот сейчас вот работать в этом направлении. Эта тема меня тоже, так сказать, волнует и мучает. Каким образом современную философию вот разворачивать, так сказать, в общественный, может быть, контекст? Есть ли миссия, социальная миссия у современного философа? Вот как-то использовать этот глубочайший, фундаментальный резерв философской мысли для того, чтобы его каким-то образом отпроецировать социальную ситуацию и повлиять на социальную ситуацию. Потому что социальная ситуация чудовищна. Она совершенно не приручена, не осмыслена, она развивается очень хаотично, спонтанно и бессмысленно. Ну, вот хайдеггеровская «безмыслие» – это вот реальность нашего времени. Люди не умеют мыслить и даже не понимают о том, что мыслить необходимо для того, чтобы существовать и заниматься своим делом. Поэтому философия, например, как изначально как культурное мышление, тема совершенно не модная, тема совершенно не популярная, тема совершенно не актуальная. И главное эту тему некому актуализовать. То есть вот люди как бы не знают, что есть философия, которая удивительная вещь. Не просто вещь, которой там занимаются какие-то отдельные люди, чудаки, а это вещь интересная и могущая быть интересной для каждого человека. Поэтому, наверное, нужно думать о том, чтобы каким-то образом ни в коей мере не популяризировать философский язык, но работать над тем, что вот, как бы есть, конечно, какой-то фундаментальный такой философский дискурс, неизменяемый, но есть определенная эпоха, есть определенный социальный контекст, и язык философии должен вот как-то коррелировать с этим контекстом, не подделываясь под него, но изменяя социальный контекст. Вот философия, может быть, должна менять свой язык. И вот относительно связанности тонатологии, вот философской тонатологии, моя тема звучит, я думаю, здесь вот связь близка. Философская тонатология или просто философия? Почему я таким образом сформулировал этот вопрос? Этот вопрос вытекает из следующей вещи. Вот есть тема смерти, есть тема философии. Вот само сочетание философская тонатология, вот сейчас, в современном контексте, оно несколько уже утрачивает свой изначальный смысл, становится сейчас, наверное, может быть, даже амбивалентным и неясным. Неоднозначно. В каком смысле? В том смысле, что вот в начале, конечно, 90-х годов именно философская тонатология был дискурсом прорыва в гуманитарных науках, который легализовал тему смерти на очень серьезном уровне. Но если мы теперь идем дальше, начинаем смотреть онтологические основы самой философской тонатологии, то окажется следующее. Вот есть тонатология, эмпирическая тонатология. Это вещь вполне легальная, вполне естественная, потому что тонатология, эмпирическая тонатология занимается образами, реакциями, проекциями и так далее, смерти в культуре. Когда же мы говорим о философской тонатологии, то вот именно философская тонатология невозможна в силу того, ну, о чем, в общем-то, уже было неоднократно сказано, но, наверное, более всего об этом сказано было в книге вот французского философа, специалиста, книга очень хорошо известна, Владимира Янкелевича «Смерть». То есть сама эта книга явила собой демонстрацию фундаментального апофатического метода, в основании которого лежит фундаментальный запрет на какое бы то ни было представление о смерти. Все наши представления о смерти в силу абсолютно немыслимости самого объекта являются идолами.
смерти. Ну, как, конечно, искусство — это подходы, для искусства это благодатная почва, потому что идеализация, визуализация идола смерти — это визуальная картинка, визуальный ряд для искусства. Это, собственно говоря, конъюнктура искусства, это то, чем искусство может быть привлечено. Но в строгом смысле, в строгом философском смысле, поскольку смерть абсолютно немыслима, не может быть никакого позитивного дискурса о смерти. Либо негативное определение, ну вот как там у Иосифа Бродского огромное количество негативных определений смерти. Смерть не то, либо абсурдное определение. Смерть — это все мужчины, там галстуки их висят и так далее. Смерть — не. Либо смерть — это намек совершенно на какую-то вещь непонятную, в результате которой становится понятно, что любая рационализация предметного поля смерти либо невозможна, это молчание, либо она абсурдна. Вот таким образом, что тут с философской тонтологией получается, какая вещь? Вот когда мы говорим, например, тонтология какая-нибудь эмпирическая, то вопросов здесь не возникает, потому что действительно есть проекция смерти культуры, которую можно понять, осмыслить, увидеть, зафиксировать, изучать и так далее. А когда мы говорим о философской тонтологии, то мы имеем в виду, что как будто внутри самой философии существует какая-то выделенная зона философии смерти, которая помимо самой философии как таковой имеет какое-то свое собственное слово о смерти. Вот это такой момент очень тонкий. Видимо, внутри философского дискурса может быть эмпирический дискурс философской тонтологии. Это значит, что можно эмпирически исследовать те дискурсы смерти, которые совершились в философии. Но в таком смысле утрачивается как бы суть и смысл самой философии. Что такое сама философия как таковая? Почему я говорю просто философия? Да потому что философия, в отличие от других форм духовной деятельности человека, ну, прежде всего, от науки, религии, искусства, от здравого смысла. Ведь философия — это удивительная штука. Философию невозможно понять, зафиксировать, определить. И во многом вот эта неопределимость философии является знаком неопределимости открытости человека и, значит, знаком его духовной жизни. Как только мы дали определение философии, мы, значит, дали определение человека, значит, мы его, так сказать, умертвили, бабочка, положили мертвое, так сказать, определение в гербарий подшили. Философия — это и есть та открытость, которая никогда не прекращается. И это именно открытость, которая специфична для философии, потому что такой открытости нет ни у науки, ни у религии, ни у искусства, потому что там как бы разговор о фундаментальных основоположениях этих духовных практик уже ясен. А вот с философией ничего не ясно. Поэтому вот одно из фундаментальных отличий философии от всех остальных форм и гуманитарных наук, и форм духовной культуры заключается в том, что философия — это то бытие человека, которое уже включает опыт смерти. Поэтому не нужно в философии говорить как бы отдельно о смерти. Сама философия и есть уже тонтология. Уже есть определенный способ философствования в виду перед лицем смерти там, и так далее. Опыт смерти уже включен в внутреннее пространство самой философии. И поэтому философ — это человек, который уже болен смертью. Это человек, который уже так или иначе этот вопрос имеет внутри себя. Поэтому он философ, а не ученый. Не художник, не человек, не богослов, не религиозный человек. Потому что там есть своя методология, там есть свои ответы, там есть свои коды и знаки общения со смертью. Там смерть есть выделенное действительно пространство. Для науки это конец, для религии это переход, для искусства это фантасмагорический образ. И только лишь в философии этого ничего нет. Только лишь философия знает всерьез, что такое смерть. И как быть или не быть человеку. Поэтому философия мучается и разрывается в сомнениях и терзаниях относительно бытия человека. Почему? Потому что смерть уже попала философию. И поэтому философ уже без всяких определений — это человек, который выходит на проблематику смерти в том числе. И поэтому слово философ — это и слово о человеке, включающее опыт смерти, опыт его, так сказать, факт смертности и так далее. Поэтому вот, завершая свое выступление, хочу сказать, что и здесь мы вот как бы к началу выступления возвращаюсь, должны опять, наверное, ставить вопрос о том, что такое философия. Заново вопрос о философии нужно ставить именно сейчас, потому что ситуация такова, что философия как бы несколько растворилась в гуманитарных науках, то есть вот одна из гуманитарных наук, либо в духовных практиках культуры, в науке, в религии, в искусстве. Ее собственное автономное поле не так очевидно и не так явно. Философия сегодня снова служанка. То она была служанкой науки, то она была служанкой религии, то она служанка. А сейчас она служанка, там, может быть, политтехнологии, может, еще каких-то конкретных вещей. И как бы мы решили, мы забыли, нам как будто ясно все с философией, а вот нам не ясно все с философией. Поэтому сегодня поднять тему смерти, тему
человека, это значит заново поднять вопрос о философии, изнутри которого можно снова говорить о человеке, его смертности и о всех традиционных этих вопросах. Личному плану, при том, что мне придется сделать так или иначе три достаточно больших отступления в сторону, для того, чтобы просто определить предмет разговора. Первое, о чем мне придется говорить, я совершенно не имею возможности излагать различия представления о жизни и смерти и организме и трупообразовании. На одной из конференций это было специально подробно разобрано, но я буду на это опираться, потому что вот в этом смысле эти вещи я отождествлять не буду. В этом отношении то, что я буду сегодня говорить о смерти, строго говоря, нужно обозначать как индивидуальное, глобальное, быстрое трупообразование. Замечание второе. Как мне представляется, в значительной степени человеческая культура представляет собой преодоление телесной ограниченности. Вот можно сюда, да? Вот, преодоление телесной ограниченности. И вот это преодоление телесной ограниченности и играет злую шутку с человеком в его отношении к смертности. С этой точки зрения у того предмета, который мне кажется достойным обсуждения, то есть в строгом смысле слова «смерть», практически нет никаких материалов, нет никаких предшественников. То есть что-то действительно намечено, скажем, Толстым в «Смерти Ивана Ильича», действительно здесь уместно уже обращение к упоминавшемуся Владимиру Янкелевичу, есть такое не очень, я бы сказал, серьезное стихотворение, хотя достаточно глубокое, Анатолия Жарова «Тайна», и проблема неприличности оказывается вынесена за пределы какого-то серьезного разговора. И я намеренно беру эту тему и намеренно хочу ее обсудить, потому что само представление о неприличности с этой точки зрения очень показательно. Ведь приличие и неприличие относятся к довольно поверхностному слою социальных реалий. И вот мне представляется, что некоторый культурный слой происходит именно в том, что касается довольно поверхностных вещей, у которых, конечно, есть очень глубокие основания, и современная культура не может справиться вот с этой поверхностностью. То есть она испытывает слом именно из-за того, что, приняв некоторые глубокие исходные посылки, с которыми можно соглашаться или не соглашаться, это другое дело, но на уровне, казалось бы, мелочей, она справиться с этим не может. И вот в этом контексте я и буду обсуждать все дальнейшее. Значит, с одной стороны, действительно существует ситуация, и вот в вступительном слове об этом было сказано, что есть табуирование темы смерти. Это очень древняя штука, это очень глубокая, радикальная, архаичная, архетипическая вещь. Табуирование, артикулирование отношения к смерти. И она работает до сих пор. А с другой стороны, есть этикетная вещь, связанная с тем, что разговоры о смерти неприличны. Неприлично в какой-то ситуации рассказывать о том, что кто-то умер, или как он умер, или что произошло. В конце концов, неприлично к празднику умирать, например, или к выходному дню.
И это довольно любопытная область, потому что она в действительности определяет повседневность как жизни отдельно взятых людей, так и государств. Вот, скажем, если брать нашу Петеринку величий похорон, то на ее материале это было видно достаточно ясно. Теперь еще одно маленькое отступление с точки зрения комментариев. Я буду опираться на такой тезис, который тебе будет разворачивание обоснования, на которое у меня нет времени, то, что современная городская европейская жизнь – это и есть перманентный карнавал. Карнавал, поскольку он перманентный, исключает таким образом повседневность. То есть это не повседневная жизнь, так сказать, вот того, что принято в традиционной и классической культуре. И вот оказывается, что в карнавале, в силу уже карнавальной природы как таковой, смерть неуместна. Потому что карнавалы построены на том, что высмеивается все, в том числе высмеивается и выворачивается и смерть. И поэтому, когда я буду говорить о героической смерти, то понятно, что героическая смерть есть смерть извращенная и в силу этого допускающая возможность быть приличной. Другой аспект этой же проблемы – то, что организация городской жизни в очень большой мере в настоящее время ориентирована на следование санитарно-гигиеническим предписаниям обращения с трупом. Как он может или не может пребывать в частном доме, в частном жилище, как могут организовываться поминки, похоронные процессии и так далее. Вот здесь сидят специалисты. Мне просто интересно, а вот вы знаете, какой документ Российской Федерации регулирует похоронные процессии и процедуру захоронения? Не знаете, да? А какое министерство, какое ведомство эту инструкцию выпустило? Здравоохранение. Госстрой. Ну, это вот как сведения, да, это вот очень показательно для того, чтобы понять, что происходит. То есть это рассматривается в контексте организации архитектурного пространства города. Ну, со всеми вытекающими, соответственно, последствиями. Вот это та рамка, которая мне важна для того, чтобы говорить об этом предмете. И вот тогда, если учесть, что все, что происходит со смертью, это рассматривается даже с государственной точки зрения, как нарушение некоторого действия, а я скажу, как нарушение карнавала, происходящего в некотором архитектурном ландшафте, ландшафте города, ландшафте села и так далее, то вот в этой ситуации смерть является неприличной в силу того, что она нарушает правильное функционирование этого культурного ландшафта. То есть это, с одной стороны, слом амплуа, амплуа отдельно взятого человека, а иногда и предание его долга, а с другой стороны, это изменение амплуа всех участвующих в этом деле, в том числе всех горожан, поскольку траурные шествия, траурные похоронные процессии затрагивают жизнь всех. И вот тогда возникает другая проблема. Проблема того, а что же такое подлинная смерть и как к ней относиться. Подлинное отношение к смерти и как к ней относиться. Значит, с одной стороны, более-менее понятно, что подлинная смерть – это событие глубоко приватное. А с другой стороны, если мы об этом будем забывать вот так, как это осуществляется сейчас, то тогда это форма забвения того, кто посмел умереть. И через смерть оказался не выполняющим свой долг, не выполняющим свой амплуа. И вот различить эти вещи практически невозможно.
И тогда получается такая штука. Почему необходима вот эта интимность, эта приватность умирания? Потому что необходим покой, во-первых. С другой стороны, вот этот процесс терминальный связан с тем, что он сопровождается выбросом физических нечистот, с необходимостью созерцать страдания и немощь умирающего, и в целом безысходности ситуации. Потому что в культуре не наработано средств, вот этих карнавальных, в конце концов, средств, обращения с такого рода событиями. И тогда мы сразу сталкиваемся с другой штукой, которая переворачивает это еще один раз. Смерть привлекательная и притягивающая, и поэтому она порождает болтовню и сплетни о смерти, довольно специфические. Опять же, как их отличить, отсутствие сплетен, от отсутствия забвения? Вот это, опять же, вопрос нерешенный. Но самое важное, как мне представляется, это вот то, что при том, что умирает огромное количество людей, не накапливается никакого опыта умирания. И при том, что каждый должен через это пройти, значительная часть людей проходит это как бы первый раз, не опираясь ни на чей опыт. Потому что опыт, вообще говоря, колоссальный. Это может быть одно из самых универсальных событий, которым, так сказать, люди занимаются на протяжении всего своего существования. И вот здесь приходит на ум некоторое сравнение, опять же, с Ахматовой, если мы уж говорим об искусстве, вот ее есть три эпохи воспоминаний. Тут тоже можно выделить три эпохи, они, может быть, не так будут соотноситься четко с этими тремя эпохами воспоминаний, но тем не менее. Значит, первая эпоха умирания – это вот предсмертное угасание, агония, фиксация факта смерти и подготовка к погребению. Это то, что последовательно, приватно должно и может быть. То, что вызывает неконтролируемый ужас и растерянность у подавляющее большинство присутствующих, вот, за исключением врачей и священников, ну и так далее. Вторая стадия – стадия публикации. Это, прежде всего, похороны и поминки. И третья стадия – это увековечение, начиная с публикации некролога и кончая уже какими-то специальными действиями, связанными с памятью, в зависимости от того, что это человек, это может быть индивидуальная, семейная память, еще какая-то, может быть, какие-то научные, там, литературные мероприятия и так далее. И вот на этой третьей стадии происходит полная утрата неприличности смерти. Они становятся возможным говорить как о чем-то приличном. Вот если анализировать эти три стадии, то получается интересная штука с точки зрения сравнительной культурологии. Вот приличные и неприличные в разных культурах, те из этих трех стадий, для которых есть артикулированный ритуал. Вот поскольку у нас нет артикулированного ритуала для терминальной стадии жизни, то она оказывается самой неприличной. Поскольку у нас не ритуализировано, скажем, омовение покойника, переодевание его и так далее, это тоже неприличная часть жизни. С другой стороны, о чем я уже заикался, прилично смерть героя, потому что она, как правило, мгновенна. Да, и тогда можно все бытовые подробности, так сказать, вплоть до нечистот физических, которые при этом возникают, вообще не принимать во внимание, рассматривать как незначимый эпизод. И вот тут возникает очень интересная еще игра такого рода, что происходит каждый раз. Опубликование чего-либо то ни было есть факт
наличие личины, есть факт наличия социальной роли, которая несется в соответствии с некоторым законом. В то время как соприкосновение со смертью – это соприкосновение лицом к лицу с ней, где отсутствует личина, где отсутствует социальная защищенность. Но вот если она отсутствует, она не должна быть абсолютно беспомощной. И для этого важен как раз вот этот артикулированный опыт смерти. И тогда получается, что, чтобы осмыслить эту проблему, можно, вообще говоря, обратить внимание на то, что у нас есть и другие граничные состояния со сходной проблематикой. Ну, например, проблематика родов. Причем это в полной мере относится как к роженице, так и к ребенку. Хотя мы считаем, что ребенок этих вещей не осознает. Это проблема реанимации. И вот здесь я, конечно, не хотел бы параллелизировать с предыдущим выступающим, как раз в связи с тем, что болезнь в этом смысле является как раз самым жизненным, одним из самых жизненных состояний. В этом смысле сказать, что болен смертен, мне представляется, что это несовместимые вещи. Потому что болезнь, она чрезвычайно жизненно наполнена. Организм может быть, так сказать, при этом дефектным. Это да, но не болезнь смерти. Вот. И вот если говорить... Да, и следующая ситуация, которая тоже вообще столь же драматична, это ситуация соития мужчины и женщины. Потому что она тоже строится на том, что спонтанно это протекает как принципиально нерегламентированная вещь, и тогда это отношение лицом к лицу. И она не, в этом смысле не предполагает публикации. Вместе с тем какие-то моменты все время публикуются, и тогда идет публикация как раз ролей. И вот во всех этих ситуациях мы видим одну и ту же социальную динамику. Начиная с того, что интимно-приватное лицо входит в некоторое особое состояние. Далее считается, что при движении какой-то критической точки можно игнорировать это индивидуальное лицо, ну как, скажем, в реанимационной палате, во время агонии или во время родов. И далее, пройдя через это, можно как раз опубликовать происшедшее, новый статус человека после родов, новый статус человека после прошедшего реанимации, новый статус человека после того, как он совершил акт соития и так далее. Вот это обретение новой личины. И вот представляется, что все это крайне важно для того, чтобы действительно организовывать какое-то обучение умиранию. И в этом контексте мне представляется, что здесь такой же непочатый край работы, как и обучение эротизму. Вот вы все прекрасно знаете, как педагоги, какие это породило проблемы введения курса сексуального воспитания в школах. Вот я думаю, что с проблемой умирания ситуация будет еще сложнее и дискуссионнее. И в этом отношении показательно, что к этому приближает, например, позиция вот Анатолия Правдина, который как раз думал в этом же контексте о театре детской скорби. И вот отторжение самой этой идеи тоже показывает, что мы находимся здесь на некотором минном поле. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Ильич. Первый секретарь Томского обкома Егор Кузьмич Легачев. Это уже Горбачевская компания, это не Андроповская, это да, это период Горбачева, да. Ну, как бы мозговой центр всей этой компании, инициатор и разработчик самой идеи, это вот первый секретарь Томского обкома. Значит, в наших краях не могу похвастаться, что тонатология, будь она философская или какой-либо иной, развивается сколько-нибудь заметными темпами и дает какие-нибудь более-менее заметные результаты. В области психологии, точнее даже психиатрии,
в Томске есть некоторые исследования и продолжающиеся такие практико-ориентированные программы, но вот в области философии, и тем более в области, так сказать, метафизической части философии, никаких исследований на этот счет нет. И вообще любая тематика, связанная с, вот, с метафизикой смерти, с каким-то более-менее серьезным осмыслением этой проблематики, встречается, как это говорят философским сообществом, в штыки, непримиримо. И по своему опыту могу сказать, что даже присутствует такая, может быть, неосознаваемая цензура, связанная даже с наименованием публикаций. Если в публикации присутствует слово «смерть» или «суицид», даже не самоубийство, а суицид, то, как правило, органы административные, от которых зависит публикация, требуют убрать это слово из заголовка. И делают это требование условием публикации самого материала на эту тему. Почему так происходит, я не знаю, связано ли это как-то вот с топосом, с локусом этим сибирским, там, не знаю, с климатом, с традицией. С одной стороны, смерть как бы на виду всегда вот, в наших регионах, поскольку это место массового убийства, массовых ссылок, убийства и казней в период всем известных репрессий. Значит, вот Нарымская каторга рядом под боком, массовые захоронения, которые даже, в общем, наверное, нельзя назвать захоронением, это просто, так сказать, вот, трупы в массовом порядке, зарытые в рвах. Это неоформленная смерть, скажем так, но вот она вот таким образом присутствует. Присутствует в опыте, присутствует в качестве такого культурного слоя. Но вот почему-то сознание, философское, научное сознание эту тему не впускает в себя, но ее выталкивает. Уровень рефлексии на этот счет крайне низкий, и фактически он близок к нулю. Как это связано, повторяю, с культурно-климатически-географическими обстоятельствами, вот, трудно судить. Вот, то есть смерть человеку в Сибири не менее близка, чем в Петербурге, но уровень рефлексии, может, уровень тоски по этому поводу, в общем, крайне низок. Ну вот из этих, как бы, обстоятельств культурных я тут хочу с вами говорить и сказать несколько слов на эту тему. Значит, у нас метафизика искусства, вообще тематика. Ну, искусство умирать, как известно, это давняя формулировка, связанная с философией, с философской рефлексией. То есть вот это техне, искусство организовать собственное умирание. Это одно из давних, еще античных определений философии. В этой связи, конечно, можно согласиться с Владимиром Владимировичем по поводу того, что сама философия, она замешана на смерти. Не на самом, может быть, процессе, а вот именно на искусстве, на таком осмысленном приятии и неприятии, такое вот, таком оформлении собственной смертности. И в этой связи, конечно, всякая философия как таковая, она является танатологией, по большому счету. Но отсюда, как мне представляется, не следуют те радикальные выводы, которые были предложены. Конечно, можно говорить о философской тонатологии как о регионе философского мышления, но не в том смысле, как мы любим делить научную сферу на какие-то дисциплинарные секторы, границы между которыми раньше казались непроходимыми, а в последнее время, наоборот, становится модно их преодолевать, поскольку развивается междисциплинарность науки. Так вот, философская тонатология – такая, как бы, такой тематизированный сектор философского мышления. Конечно же, жестко ограничить его от других разворотов философской мысли невозможно. Но как тематизация, и как результат тематизации, философская тонатология вполне может быть артикулирована, вполне может быть развита и так далее. Понятно, что при этом философско-тонатологические вопросы или проблемы, или там язык, или методика, они не являются, так сказать, жестко специализированными. Как всякий философский подход к реальности, философская тонатология есть всего лишь ракурс, в котором
конкретно философствующий субъект говорит, конечно, обо всем. Есть культурологический ракурс философствования, есть там онтологический, гносеологический, этический. В любом ракурсе речь пойдет обо всем. Но обо всем рассмотренном, постигаемом через какой-то конкретно поставленный вопрос. Если вопрос о смерти, то вся философия, конечно, представляет собой тавтологию. Да, но как развернутый ответ на конкретно поставленный вопрос. Если это онтологический вопрос, то вся та же самая философия предстает как онтологический дискурс. Вот в этом смысле, конечно, можно говорить о философской тавтологии как о ракурсе, как об ответе на вопрос вполне конкретный, через который разворачивается определенный уже тавтологический дискурс. То есть философская тавтология – это способ прочитывать тексты культуры сквозь призму ответа вот на вопрос о смерти. Опять-таки, в философском смысле о смерти, как о смертности, как о смертности как о качестве человеческой жизни, как о характеристике человеческой культуры. Да, вот в этом смысле, вот при таких оговорках, я думаю, что вполне возможно говорить о философской тавтологии. Вообще всякая философия, как это принято уже давно определять, есть рефлексия над основаниями культуры, над основаниями определенного культурного типа там, или культуры вообще. И в этом смысле, конечно, да, философия порождена, несет в себе вот этот некий предельный вопрос, вопрос о смертности, но на этом основании, опять-таки, дерзну вступить в противоречие с Владимиром Владимировичем, мы не можем специфицировать само философское знание, сам философский дискурс в целом. Религия точно так же является рефлексией над этим же самым предельным вопросом смертности. Искусство тоже может быть понято как стремление зафиксировать и сохранить то, что похищается смертью. Да, собственно говоря, и наука в конечном итоге, если вспомнить ее магические истоки, она тоже проистекает из попытки так понять и структурировать окружающее, чтобы снять угрозу смерти, которая исходит из этого окружающего. Поэтому все сферы духовной практики человеческой, все они являются тем или иным видом реакции на открывшуюся человеку его собственную смертность и конечность. Да, это как бы реакция на этот ужас небытия, который человек обнаруживает уже в самой своей жизни. Вот разные способы духовной реакции на это порождают разные способы духовной деятельности. Философия один из них. Но смертность провоцирует любую духовную деятельность, в том числе и религиозную, конечно, и художественную, и даже научную. Отвечая на вот возникший такой вызов, что ли, вот сегодня прозвучавший здесь по поводу осознанности или неосознанности суицидальной программы, так сказать, в рамках культуры, современной российской культуры. Действительно, я согласен вот с Надеждой Хаджимирзановной, это вопрос очень сложный, на него односложно и одноактно, наверное, отвечать нельзя. Речь может идти вот в нашей сфере, в нашем философском пространстве, видимо, о каких-то подспудных культурных экстенциальных установках, которые реализуются в том или ином поведении. Вот если это поведение по преимуществу является суицидальным, значит, реализуются какие-то глубинные экстенциальные установки, и дело философа их скрыть, реконструировать и показать. Вот об этом я и хотел говорить сегодня в своем докладе. Он именуется «Справедливая смерть». Я просто хотел указать на вот какие-то эти возможно реконструируемые в плане философии, вот в сфере философии, глубинные экстенциальные установки, которые порождают вот то или иное отношение к смерти. На пленарном заседании, собрании нашем вчерашнем, одним из докладчиков было заявлено, что российская цивилизация как-то вот никак
не выражает своего отношения к античным истокам европейской культуры. Вот я об этом и хотел поговорить. Дело в том, что ну, поскольку современная европейская культура, она действительно коренится во многом в античной культуре, вот я хотел обратиться для примера к одному из античных философских текстов, в котором в свернутом виде, на мой взгляд, содержится это в дальнейшем разворачивающееся в европейской культуре отношение к смерти как к чему-то справедливому. Как к чему-то такому, что справедливо в этическом и даже в физическом смысле включено в общую ткань жизни. То, что невозможно никак элиминировать из экзистенции, из культуры. Указать на истоки той установки, согласно которой смерть органично, естественно и справедливо включена в саму жизнь. Указать на ту установку, которая изначально запрещает относиться к смерти как к чему-то недолжному. На ту установку, которая примиряет со смертью вплоть до примирения с вольной смертью, то есть с суицидом. Это как бы общая философская мировоззренческая установка, которая в европейской культуре очень ярко представлена. Я предлагаю обнаружить эту установку в одном из самых древних философских текстов, известных в европейской культуре. Именно я имею в виду фразу, известную фразу Анаксимандра, известного милетского философа. Фраза, которая толковалась во множестве критических сочинений на все лады, и онтологические, и этические, и метафизические. Но вот, исходя из того, что я сказал о своем представлении о философии, она может быть прокомментирована и тонатологически. Тонатологически в широком смысле. Как такая фраза, которая высказывает, демонстрирует определенную мировоззренческую установку, продуцирует определенный подход к онтологии, указывает на определенные аксиологические приоритеты, в конце концов имеет антропологический характер и дешифрует отношение к смерти, которое связано вот с определенным типом онтологии. Я называю такую онтологию матричной онтологией. Значит, фраза Анаксимандра, много раз переведенная. Из тех, имеется в виду начал, из которых вещам рождение в те же самые и смерть происходит по нужде, то есть по внутренней необходимости. Ибо плату и штраф за беззаконие эти, то есть вещи, друг другу платят в установленное время. Это почти буквальный перевод, потому что буквальный перевод еще точнее, он еще интереснее. Значит, по-гречески «эксхон» из тех. А дальше переводчики тут вставляют слова ну, на свой вкус. Из тех начал, из тех сущих, та он-то. Ну, в общем, из тех элементов, из тех стихий, все что угодно. У Анаксимандра не указано с чего, из тех. Генезис эсти, то есть уси. По-гречески это значит рождение есть. Вещам, как часто переводят, но здесь слово «уси», то есть «сущее», слово однокоренное греческому «усия», то есть «сущность» в философском употреблении. Но в бытовом употреблении «усия» – это имущество, собственность. То есть рождение есть собственно сущим. В общем, многие переводчики указывают на дательный падеж в данном случае. Здесь не говорится, что вещи рождаются, а вещам рождение есть. То есть вещи пассивны. Каитен фторан эйс тафта. Гинести. По-гречески это значит в те же эйс тафта. То есть экс он эйс тафта. В те же фторан гинести. Гибель рождается буквально.
гинесты происходит, буквально рождается. Кота Тохрион по необходимости, но это имеется в виду внутренняя необходимость. Хрион — это некая внутренняя нужда, это не ананки, не внешнее принуждение, а Тохрион, то есть внутреннее принуждение. В чем здесь смысл? Это философская фраза. Она написана прозой, правда, она такой ритмованной прозой, рифмованной, ритмованной, излишне поэтической, как говорит Семплиги. То есть это почти поэзия, это почти поэтическая мифология, но это принципиально философская фраза. Здесь не говорится о мифологическом принуждении извне, здесь не идет речь об ананке, здесь не идет речь о море, об участи. Здесь речь идет о вот этой внутренней необходимости, то есть о той необходимости существования, которая не извне налагается на отдельную вещь, в том числе и на человека, а сущностно присущая этой вещи или этому человеку. Поэтому катато хрион, а не катато ананке. Дальше. Значит, гар, то есть ибо, ведь дидоны дикен каэтисен, то есть платят пеню и штраф. Аллелуис друг другу. По поводу вот этого друг другу тоже идет большая полемика до сих пор. Что значит друг другу? Это вещи платят эту пеню? Или все вещи платят вот этому эксхон, то есть вот тем, из чего они все? Разные варианты, в зависимости от этого, как бы сама картина, нарисованная Анаксимандром, несколько трансформируется, и вот в связи с тем, как это аллелуис переводится и трактуется. Значит, платят друг другу тесадикиес. Одно из как бы двух ключевых слов этой фразы. За беззаконие. Как понимать это беззаконие? Опять-таки есть разные варианты. То ли вещи ведут себя беззаконно по отношению друг к другу, и за свою агрессивность по отношению друг к другу они получают некоторое возмездие. Эта точка зрения сейчас активно поддерживается, к примеру, директором Института философии Гусейновым. Он так это место трактует. Другая, одна из двух господствующих позиций, говорит о том, что адикия, то есть беззаконие, состоит не в конкретной деятельности вещей, а в том, что они вообще суть как отдельные вещи. Ну и, наконец, второй ключевой момент этой фразы, это последний фрагмент этой фразы, кататен тухрону таксен, то есть согласно порядку времени, или по порядку времени. Вот эта заключительная часть, на мой взгляд, делает фразу Анаксимандра и всю его философию, которая в этой фразе выражена. А ведь не зря только эта фраза сохранена. Видимо, здесь нужно нам видеть как бы квинтэссенцию философской позиции Анаксимандра. Вот эта часть фразы сразу выводит Анаксимандра из числа так называемых физиологов, к которым он по традиции причисляется благодаря Аристотелю. Мы видим, что ключевой момент мышления Анаксимандра связан не с тем, что он эксплицирует некое архе, как правило, материальное архе, ну, умерецов. Это там вода Фалеса, там, воздух у Анаксимена. Это даже не огонь Гераклита. То есть мышление Анаксимандра направлено не на извлечение некоторого субстрата всего происходящего. Он говорит о таксисе, то есть порядке. Он первый метафизик или онтолог в точном смысле слова. Он говорит не о хюле, не о материи, не об архе материальном, а о таксисе, то есть о порядке. Поэтому ему не важно, как там поименовать базовое материальное начало. Непонятно точно, как он его именует. Нам известно только, здесь только эпитет, который он применяет в характеристике этого начала. Апиерон. У Аристотеля это то апиерон, то есть существительное. То есть нечто бесконечное. Однако, согласно большинству комментаторов этой фразы, комментаторов метафизики Аристотеля, вот это то,
То есть артикль, определяющий данное слово как существительное, приписан Аристотелем. Скорее всего, у Анаксимандра речь идет вот о чем-то неопределимом. Это апейрон, беспредельное, неопределимое. Это, скорее всего, вот именно эпитет. Действительно, Анаксимандру не важно, как поименовать это начало. Главное для него таксис, то есть порядок. Так вот, что отсюда следует, упуская все промежуточные логические ходы? То есть, какая экстенциальная установка мировоззренческая отсюда следует? Значит, человек – вещь среди вещей, естественно. Это позиция не только всех досократиков, но и более поздних античных философов. То есть, человек подчиняется тому же самому ходу. То есть, он происходит из вот этих начал, эксхон, и в то же самое возвращается. Значит, этот ход его от небытия через бытие к небытию заложен в нем самом. Это его сущность, поэтому он тоже как бы, усия частная. Вот. Как бы власть в бытии принадлежит таксису, вот этому порядку прехождения или перехождения вещи из небытия к небытию. Поэтому как бы, смерть естественным образом, и более даже чем естественным, смерть по справедливости, по вот этому самому дике, встроена в существование любой вещи, в том числе и человека. Поэтому человеку по природе, по сущности свойственно умирать. То, что человек смертный, это качественный признак существования вообще. Существование любой вещи и отдельное существование человека есть беззаконие в каком-то последнем метафизическом смысле. Беззаконие. Это беззаконие искупается справедливым возмездием. Вещи аллелуис друг друга уничтожают. Поэтому война всех против всех – нормальное справедливое состояние для человека. И отсюда же вырисовывается в конце концов та оппозиция, которая Лосевым была названа героическим фатализмом. О героической смерти тоже уже сегодня говорилось. Героический фатализм – это предел самореализации человека, который поставлен в условия тотального фатализма, тотального принуждения к смерти. Если человек совершает акт суицида, он не делает ничего противозаконного, поскольку его действие встроено в общий контекст существования вещей вообще. И в конечном итоге любой суицид является справедливым выражением той сущности, которая человеку присуща от рождения, которая ведет его от начала к концу. Поскольку время исчерпал. Да. Спасибо, Сергей. Спасибо за внимание. Пожалуйста, 1-2 вопроса. Можно очень короткий ответ, да или нет? Это означает, что вы согласны с докладчиком, которого вы упоминали сегодня, что в русской традиции этого переживания, этого отношения нет? Или не согласны? Вопрос не совсем понятен. Русская традиция, она же настолько обширна. Вы имеете в виду философскую, теоретическую, рефлексивную? Я бы сказала, какую? В культуре просто. Если в русской культуре осмысление смертности... Аналогичное описанному, да. Античному. Ну, на первый взгляд, как будто нет. Но поскольку русская культура получила сильнейшую прививку тоталитарной монистической идеологии, марксизма, в котором сущность индивида, конечно, не есть абстракт, вот. Но есть выражение тех социально-экономических сил, которые над ним господствуют. И в этом смысле это просто пересказ монистической философии Анаксимандра. Mm-hmm. То есть есть некое стихийное начало, как бы его там ни наименовать, там, зайн, да, зайн, там, природа, фюсис, там, материя. По большому счету разницы нет. Типологически это та же самая матричная онтология. То есть такое мышление, в котором... Всякое дазайн, конкретное бытие, есть частное выражение, вот всеобщей бытийной матрицы. То есть нет разомкнутости, которая свойственна персонализму, скажем, или теизму. Это монистическая такая онтология, которая вот схлопывает все бытие, превращает его в замкнутый самовоспроизводящийся космос, в ту самую гармонию, о которой тоже сегодня уже говорилось. И во имя этой гармонии всякое отдельно частное приговорено к уничтожению. В этом смысле, да, вы знаете, что человек... ничего не стоит, что через него можно переступить, что это строительный материал для нашей цели коммунизм и так далее. Вот эта сильнейшая прививка марксизма, она, да, вот,
оказывает свое влияние. Это характерно не только для коммунистического периода коммунистического строительства. Разве в русской культуре в принципе не было до этого, до советского времени? Вот такой монистической тезис, программы? Такого отношения к человеку. Всякий человек маленький был. Можно было на его Я бы не сказал, строить что, целые что города, это в том числе и тот, в котором мы сейчас. Да, но это опять мы... Да, да, это подтверждение того, что я сказал. Да. Вот когда можно, оказалось возможным вообще спроектировать такое строительство? Тогда, когда произошла эта деформация аутентичной культурной, культурного кода, культурной программы. Вот этот взлом Петровский, он и позволил произвести это действие. Вообще-то, конечно, вопрос интерпретации. Еще туда подошли. Ну, это мы сейчас уйдем на совсем другие горизонты, там про маленького человека и смерть русскую. Отдельная конференция, наверное. А на самом деле вопрос о русской отечественной культуре вопрос всегда неоднозначный. Кстати, замечательная работа профессора Кнабе, который доказывает, что античные истоки русской культуры, они совершенно очевидны, в отличие от того, что вчера наш замечательный докладчик пленарный говорил, Куриной. Но на самом деле не так все просто, поэтому и в проблеме смерти здесь тоже есть, конечно, корреляция. Согласен, вообще все не очень просто. И когда мы говорим о европейской культуре, мы тоже должны помнить о том, что, как я уже оговорился, античность есть один из истоков. Есть библейский исток, где другие ориентиры. Да. Спасибо, Сергей Сергеевич, большое. За греческий язык в том числе. То есть, с одной стороны, перед нами универсальный феномен, то есть все, что есть конечно, появляется и исчезает, обречено на гибель. Но с другой стороны, мы касаемся непостижимой трансцендентной тайны, ибо, несмотря на фактическую очевидность смерти, живой человек не имеет ее непосредственного опыта. Он лишен возможности описать смерть изнутри, как нечто пережитое и прочувствованное. Смерть поэтому всегда выступает извне, то есть как смерть другого, в то время как своя собственная смерть остается постоянно отодвигаемой в будущее возможностью, созерцаемой в представлениях и образах, в метафорах смерти. Датский исследователь Кристиан Харт Нибрик говорил о том, что мы всегда имеем дело именно с метафорой смерти, ибо метафора, она пытается представить нам, определить непознаваемое, непонимаемое нами. Так вот, следующий момент, что смерть в фокусе философского исследования предстает не как некое событие, а как форма. Форма, которая определяет бытие небытием, ограничивает всякое сущее в пространстве и времени. Поэтому противопоставление жизни и смерти, бытия и ничто, условно и по существу неверно. Смерть всегда уже есть здесь и теперь, и только здесь и теперь. Смерть, как говорил Хайдеггер в широчайшем смысле этого слова, есть феномен жизни. Так вот, такое уже все присутствие смерти создает на самом деле возможности для действительного и уникального опыта смерти. При этом особое положение человека в том, что в нем смерть осознает себя. Лишь ему, как считал Шестов, может быть даровано многооким ангелом смерти иномирное второе зрение, то есть способность видеть все с точки зрения смерти. Человек, перед которым проходит непрерывная череда становления, бесконечный поток уничтожения, не только знает, что всему являющимся суждено исчезнуть, но и понимает свое бытие как смертное, поскольку только он может помыслить свою смерть, впустить ее в свой внутренний мир и выстроить свою жизнь в перспективе неизбежного его конца. Именно человек создает культуру как способ противостояния смерти, форму сохранения и передачи жизни. Такой статус культуры предполагает наличие в ней смерти как социального института, то есть как некоторой структуры, которая постоянно воспроизводит и создает определенный опыт и сознание смерти. Так вот, социальный институт смерти, являясь фундаментальным смыслопорождающим механизмом культуры, определяет ее специфичность. Как говорил Освальд Шпенглер, каждая культура рождается с определенным взглядом, видом на смерть. И в этом взгляде можно угадать судьбу культуры. Этот взгляд я называю уникальным метафизическим образом или парадигмой смерти, или метафизической метафорой смерти. Так вот, история культуры, как мы себе представляем, да, была потрясена множеством смертей. То есть смерть Бога, автора, смерть человека, смерть субъекта. Теперь наступает черед смерти самой смерти. Что это значит? Смерть, как уже много раз было отмечено, уходит из нашей жизни.
Постмодерновое общество создает пост человека, не придающего смерти никакого значения, вытесняет из его сознания тревожную мысль о том, что он неизбежно умрет, подавляет голос совести как единственного свидетеля его жизни. Поэтому смерть становится пустым знаком, который ничего не означает, в том числе и само ничто. Смерть с пустым значением, собственно, и есть абсолютная смерть, а постмодернистская культура – это репрезентация абсолютной смерти. Жан Бодрияр показал, что в современном обществе нарушен закон символического обмена жизни и смерти. То есть социальная энергия направляется не на этот обмен, а на исключение смерти из жизни. Целью становится аккумулирование жизни, которое трансформируется в живую смерть. Понятие живой смерти, на самом деле, еще до Бодрияра уже ввел святой Григорий Ниский, говоря об этом, ну, на греческом языке «bios nekros». Это жизнь, которая, собственно, является, представляет собой только выживание и работу по отсрочке смерти. В итоге очищение жизни от смерти, жизнь, то есть мы приходим к безжизненной жизни, потерянной попусту в симуляции. То есть закон символического обмена не обмануть, и смерть, изгнанная из жизни, заполняет ее. Поэтому постмодернистскую парадигму смерти или метафизический образ смерти можно назвать смерть мертвая. Эта смерть стерильна. То есть в чем ее мертвость? Она стерильна, то есть она ничего не порождает, а способна только к уничтожению и омертвлению жизни. Постмодернистский человек не может умереть, так как он не живет. И смерти мертвой противостоит смерть живая. Это метафизический образ, лежащий в основании культуры премодерна или традиционного общества. Так вот, в премодерне необходимо выделить две концептуальные формы. Это манифестационизм, то есть и креационизм. Манифестационизм это, то есть манифестационизм придает сущему смысл, я сейчас использую понятие Мирча Элиаде, иерофании, то есть проявление сакрального, священного. А креационизм рассматривает сущее как творение трансцендентным Богом из ничто. И вот в манифестационизме, собственно, жизнь является абсолютной, поскольку представляет собой вот вечный круговорот самого в себе неподвижного сакрального. И смерть в такой ситуации есть лишь новое рождение, рождение в новой форме. Или, иначе говоря, переход из одной формы в другую, из одной формы бытия в другую. Смерть здесь источник жизни, из которого она не только проистекает, но и очищается им. Именно смерть придает жизни меру, а равновесие и соразмерность являются образцом языческого мира. А Веренцев писал, что если идеал теизма – это трансцендентный миру смысл, то идеал язычества – это имманентная ему мера. Поэтому, собственно, русское слово «смерть», если мы так глубоко задумаемся в смысл этого слова, собственно, означает «быть с мерой», соответствовать вот этой размеренности и порядку мира. Следующее. Событие смерти – это всегда встреча с сакральным. Это особый, использую понятие Рудольфа Отта, нуменозный опыт. Опыт переживания совершенно иного, трансцендентного. И действительный опыт смерти возможен только в случае... То есть невозможен действительно опыт смерти без нуменозности. То есть опыта затронутости таинственным и угрожающим сакральным. Манифестационистская культура, до монотеистическая, концептуализирует вот этот опыт смерти в мифах и институционализирует его в погребальных ритуалах, инициатических обрядах и культах жертвоприношения, которые становятся образцами, определяющими все иные формы бытия человека. Однако смерть как таковая еще не знакома манифестационистскому магическому миру. Она является, то есть в манифестационизме смерть это только обратная сторона существования другой стороной, которой является собственно жизнь. Смерть как уничтожение являет себя именно в креационизме. Согласно догмату, да, я напомню, согласно монотеистическому догмату, Бог создает мир из ничто, и этим актом, этим постулатом, этой мыслью метафизической из мира изгоняется смысл как таковой. То есть весь смысл, все бытие стягивается на единственного, то есть на Бога, а мир становится пустым, ничтожным. Значит, здесь... То есть креационизм, он полагает метафизический изъян, смысловую ограниченность бытия. Смерть уже не источник жизни, а ее предел.
который является не концом жизни, а краем, высшим напряжением, пролегает как рубеж, разделяющий время и вечность. Смерть уничтожает временное существование, но открывает перспективу вечной жизни. Именно монотеистические религии, креационистские религии откровения, собственно, открывают проблему смерти. На самом деле, до монотеизма этой проблемы как таковой не было. Именно здесь сам субъект осознает, человек осознает свою смертность. Смертность и, собственно, возникает проблема конца индивидуального существования. Следующий момент, что, собственно, креационизм еще открывает, рождает смерть в креационизме, это рождение субъекта, трансцендентального субъекта. Поэтому наиболее четко и точно новую мысль о смерти, собственно, концептуализировал Рене Декарт в своем дуализме. Именно он разотождествил бытие и сознание, на котором покоилось, на этом тождестве покоилась классическая философия, и которая не восприняла до конца. То есть это очень сложный момент, насколько методологический аппарат человеческой культуры смог воспринять вот эту новую весть, откровение о существовании единого трансцендентного Бога. И, собственно, культура модерна, я сейчас подхожу как бы к концу, потому чтобы вот завершить этот круг, да, культура модерна – это культура, когда субъект, трансцендентальный субъект, который является вот этим приемником для трансцендентного сигнала, трансцендентальный субъект потерял трансцендентные корни и полностью обратился на имманентный мир и стал искать смысл в имманентном мире, а не некого трансцендентного смысла. И, собственно, уже культура постмодерна возникает как смерть того самого субъекта. То есть мы должны очень четко отделять субъекта от человека. Человек – это объект, на самом деле, который имеет возможность соотноситься неким образом с субъектом. Если эта связь еще была, существовала в эпоху модерна, то теперь эта связь разорвана, и человек распался на бесчисленное множество фрагментов, стал дивидуумом, и мы пришли к той ситуации, которая говорила, что смерть становится мертвой. То есть к смерти смерть.